Проект выходит при поддержке группы компаний «Новый дом». С верой в спорт. Добрый день, это программа «С верой в спорт», у микрофона Вера Власова. Пожалуй, каждый из нас не мог оторвать глаз от китайских фильмов с таким известным актером, как Джет Ли, между прочим, мастером ушу. Мы восхищались его техникой, точностью нанесения ударов, физической подготовкой. И вот сегодня в программе «С верой в спорт» тоже мастер ушу, а также тренер по спортивному ушу, мастер спорта международного класса Игорь Гулин. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Сразу отмечу, что на вашей странице в соцсетях есть потрясающее видео, где вы рассказываете, повествуете в фотографиях о событиях, которые происходили с Федерацией в течение года. Кстати, да, не отметила, mm-hmm. что вы еще президент Федерации ушу Кировской области. Да, и как президент вы, видимо, даете такой отчет. Поражена была обилием событий, которые происходили в течение года, начиная с июня, со сборов вы их публиковали. Очень много счастливых детских глаз, очень много довольных мордашек, конечно, и потрясающих фотографий с выступлений. И первое, конечно, на что обратили внимание, это то, что в мае месяце, да, если не ошибаюсь, состоялось очень большое событие, важное для Федерации. Это то, что наш кировский спортсмен Сергей Кулаков стал победителем первенства Европы по ушу. Да, расскажите об этом, как удалось, и вообще было ли такое уже в истории Федерации ушу Кировской области? Могу сказать, что это было достаточно давно, это примерно около 10 лет. Первый, кто у нас выступил на первенстве Европы, это был я. И также второй спортсмен – это Дмитрий Тиунов, который сейчас выступает за команду Санкт-Петербурга. То есть вы с Дмитрием 10 лет назад впервые от кировской делегации отметились на первенстве Европы? Да, да. Потом уже, также я тоже, мы, к сожалению, прервали выступление за Кировскую область, и вот прошло 10 лет, и сейчас мы выступаем, точнее, мои спортсмены уже выступают за Кировскую область и показывают вот первый, можно сказать, такой достаточно серьезный результат, который мы показали. Серьезный результат, и как раз результат Сергея Кулакова, да. Еще раз отметим. Сколько ему лет, и когда он занимается ушу? Он занимается 6-й год, ему 10 лет. То есть 4 лет он начал заниматься? Получается. Наверное, это пятый. Так, занимается пятый год. Наверное, да, 7 лет занимается. Угу. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, вот его победа, какое влияние оказало на развитие Федерации? То есть это вам как-то поможет сейчас? Конечно, мы сейчас уже можем, по крайней мере, говорить о том, что это не будут не пустые слова, о том, что мы развиваем и хотим продолжать развивать спорт именно в Кировской области, так как был такой случай о том, что когда у нас была сильная федерация, были сильные спортсмены, и, к сожалению, произошло так, что спортсмены уехали во все города, и в том числе сейчас выступают за сборную страны, за команды других регионов, и наша задача стоит в том, что сейчас мы хотим продолжать и двигать ушу именно в Кировской области, чтобы спортсмены не уезжали за другие регионы, и им было интересно именно заниматься здесь. Ну и сразу забегая вперед, что Сергей ждет сейчас? То есть он уже добился очень многого. А есть ли куда ему развиваться, ему и многим другим ребятам, которые у вас в федерации занимаются? Конечно, если честно скажу, что это еще только начало. То есть это все-таки еще детская категория. Казалось бы, да, нам тоже кажется, уже все уже. Да, это все-таки детская категория, и переходя в следующую возрастную категорию, спортсмен может уже не показывать результат. Я видел достаточно много спортсменов именно вот в таком возрасте, которые там выступали на первенстве мира, добивались там успехов и потом заканчивали карьеру. Но, в принципе, это только начало пути. По крайней мере, нужно завоевать там звание мастера спорта, заслуженного мастера спорта. Ну, тогда можно думать о том, что уже совершился карьерная лесенка, уже к концу подошла. Расскажите теперь о себе, как давно вы начали заниматься ушу, как вы к этому пришли, к сознанию того, что вам это необходимо в жизни, и вы хотите с этим свою судьбу в дальнейшем связать? Начал я заниматься 8 лет.
могу сказать, что я начал заниматься в 47-й школе под руководством тренера. Здесь в Кирове. Значит. Да, под руководством тренера Мухадановой Екатерины Алексеевны. Меня, если рассказать о том, как именно это произошло, то есть мы с другом... То есть это была школа, это была обычная такая вот секция, да, получается? Секция. Не юношеская спортивная школа, вот именно просто после уроков иногда? Да. Екатерина Алексеевна всегда была видна, то есть в плане того, что, к примеру, когда она начала вести в нашей школе, и ну, можно практически пересчитать по пальцам, кто не занимался на нашем районе УШУ. То есть их заражало своей энергетикой? Да, это было на самом деле так. То есть мы вплоть до того, что, например, выбегали после уроков босиком, бегали вокруг школы. По снегу. Да, все на нас ошарашенно смотрели. Но мы закаляли свой характер, и, в принципе, на тот момент это было... интересно, и, ну, на самом деле, нам было интересно заниматься. Ну, школьные годы, понятно. Как дальше? То есть все равно вы стали тренером, мастером спорта международного класса. Что, кстати, это значит? Международного класса. Ну, есть звание, как в любом виде спорта, то есть начинается от юношеских разрядов, спортивные разряды, потом идет звание, которое дается на всю жизнь. Это первое звание – это мастер спорта России, второе звание – это мастер спорта международного класса, и последнее звание, которое хочет, наверное, достичь любой ребенок, любой взрослый спортсмен – это заслуженный мастер спорта. Ну вот, можно сказать, я остановился от одной ступеньки того, чего я хотел добиться, к сожалению. К сожалению, остановились на время или... Ну, наверное, уже навсегда, да. Так как основная тренерская деятельность сейчас занимает очень много времени, и мне остается только поддерживать свою спортивную форму на минимальном уровне. И давать всю энергию ребятам молодым, юным, дарованием, которые готовы будут... отдавать свои судьбы на благо УШУ. Да, остановились мы на вашем школьном периоде. Вы прошли период закалки характера, период закалки организма, тренировками, бегом по снегу. Обожаю. Классно, на самом деле, очень здорово. И закаляя, сама участвовала, занималась каратэ, мы тоже бегали по снегу. Это было очень круто. Что дальше? Как, куда пошли? Как стали развиваться? Ну, наш тренер Екатерина Алексеевна, она была достаточно, я думаю, амбициозна, и ей, как и мне сейчас, хотелось добиться максимальных результатов, и мы шли за ней, выступали от одного старта к другому, развивались сами. Могу сказать, что, например, там, до 14-15 лет у меня не было никаких результатов. Наверное, были какие-то способности, но не было самих результатов. Не было, потому что не ставили цель или, наверное, поэтому, да? Не могу сказать сейчас, почему. Может быть, в силу своего характера. Нет, в принципе, хотелось. То есть хотелось мне, конечно, выигрывать. И это было тяжело в плане перебороть себя, когда ты приехал после опять соревнований и не взял там медали. И перебороть, продолжать заниматься дальше. Тоже закалка характера таким образом. Да, да. Но случилось какой-то, может быть, прорыв какой-то случился. Может быть, что-то там щелкнуло в голове, что-то стало по-другому думать, и после 15 лет постепенно набирал форму. И вот в 18 лет первый раз выступил на международном старте. То есть сначала это было первенство России в юниорах, выиграл в 17 лет. И после этого уже меня приглашали в сборную на сборы в Москву. И в 18-19 лет, насколько помню, выступил на первенстве Европы. Достижения значимые, но мы все-таки еще пока не рассказали, что, собственно, такое УШУ, да, что это себя представляет. Как я понимаю, это восточное единоборство, которое направлено вот именно на технику. Если я ничего не путаю, оно не подразумевает какого-то философского подтекста, какой-то идеологии, или я ошибаюсь? Вообще УШУ в переводе означает это воинское искусство. То есть это китайское искусство, которое зародилось еще там в 3 веке до нашей эры, начало именно формироваться.
Да, мы сейчас занимаемся, в принципе, мы занимаемся спортом. У него есть, существует два направления. Это спортивное ушу, или ушу таулу его называют, или ушу саньда, это поединки. Спортивное ушу подразумевает под собой это выполнение комплексов, которые, если это мы говорим про соревнования, спортсмен выходит на ковер и выполняет технические движения. Что подразумевает технические движения? Это удары, блоки, перемещения, а также элементы повышенной сложности. То есть с течением времени, естественно, спорт становится сложнее и сложнее, и включены элементы повышенной сложности в комплекс. И оценивается, в свою очередь, здесь техничность, наверное, точность, да, ударов. Техника. Техника, сила. В основном оценка строится из двух оценок. Это техническая оценка, и вторая, это второй параметр называется. Что из себя представляет второй параметр? Это именно сила, дух. Это там вплоть до того, что взгляд спортсмена должен поставлен, то есть спортсмен должен смотреть вниз, к примеру, или отвернуться там от удара. То есть это видно на ковре, когда человек совершает какие-то ошибки. Естественно, опытный судья это видит. Так, по технике понятно. Сила, как ее можно оценить? Выброс силы, его тоже видно. То есть, в принципе, наверное, даже не человек, который придет посмотреть на соревнования, это видно. То есть, когда есть выброс силы, есть точность, есть резкость, есть какая-то гармония в движениях. И когда ее нету. Угу. Дух. Да, конечно. Это, ну, наверное, с детского возраста и до взрослых спортсменов мы это ставим и тренируем это. Как можно тренировать дух? И как можно его продемонстрировать на соревнованиях? Ну, наверное, это какая-то тонкая черта. И, наверное, ее нельзя показать, как сказать, на показ. Ты специально не продемонстрируешь? Да, да. То есть это только должно что-то внутри. Угу. Спортсмен, когда выходя на ковер, он, как я и своим детям объясняю, что он должен находиться внутри, он должен находиться в комплексе и не отвлекаться на все остальное. И именно в таком... То есть концентрация, да, на процессе. Да, полная концентрация. И когда спортсмен это не показывает, это на самом деле видно. То есть не отвлекаться на какие-то посторонние факторы, быть сосредоточенным, да, целеустремленным, да, и здесь уже, соответственно, и взгляд натренируется, да, да, и сразу, да, все это видно. То есть взгляд, наверное, в некоторой степени выдает и дух. Да, да. То есть, в принципе, даже по своим родителям, своих спортсменов могу судить о том, что когда выходит уже профессионал, его видно, то есть он прям, можно сказать, манит своим выступлением. Завораживает. Да, завораживает, да, своим выступлением, своей точной технику, своей силой. И, естественно, это оценится судьями. Угу. Ну и в совокупности с экипировкой, да, с костюмами, в которых, да, спортсмен находится в это время. Расскажите, пожалуйста, по экипировке. Спортивная экипировка именно спортсменов по ушу таулу, она представляет собой костюм, и еще по-китайски называется ифу. Он, можно сказать, представляет собой традиционный китайский костюм с такими завязками по центру. Для, можно сказать, изящности или красоты движения он выполняется из хорошей ткани, из шелкового. Mm-hmm. Потому что, так как, опять же, говорю, что сложность и выполнение сложных элементов и технических движений, сложности, она растет. И, естественно, форма должна полностью быть, с одной стороны, классической китайской, с другой стороны, она должна не мешать для выполнения движений сложных. И то поэтому она выполнена из легкой ткани. Свобода вместе с тем возможность для судей, для всех окружающих контролировать и видеть, как, собственно, там процессы происходят. Да, да, да. Угу. Я знаю, что есть разных цветов одежда, костюмы. Да, вот. Да, это, в принципе, не принципиально. От чего это зависит? Выбирает сам спортсмен сам и с тренером. Да. Угу. Я еще, извиняюсь, не отметил, я сказал, что есть спортивное, да, направление. И вот второе. Есть саньда, угу, да. Я занимаюсь спортивным направлением. Но и также у нас развивается ушу саньда, это поединки. То есть это... Два спортсмена выходят на
татами и спаррингуются, то есть выполняют бой на площадке. То есть у нас в Кирове пока не очень развито направление. Да, у нас было до недавнего времени было был хороший тренер в Нолинске, в городе Нолинске, и он достаточно показывал хорошие результаты. Но на данный момент вот из-за того, что, может быть, в общем, на данный момент он не занимается. Понятно. Дальше. Да, будете развивать это направление дальше? Да, это на самом деле интересно. То есть есть это показательно красиво и ярко, наверняка. Да, да. У Шусонь, да, он на самом деле интересный вид. Сейчас много также из Ушусань, да, переходит уже в там смешанные, например, единоборства, потому что он сочетает много в себе качеств. Есть и бросковая техника, ударная техника очень разнообразная. Поэтому это интересный вид, который нужно развивать дальше. И мы есть в планах именно развивать его. Uh-huh. Как происходят тренировки и когда вообще лучше приобщаться к культуре ушу? В основном детские тренировки, если мы, например, говорим про детей, с которыми мы начинаем заниматься, в основном это укрепление организма, физически, достаточно большие физические нагрузки, и только потом мы уже начинаем, когда уже организм укреплен, только потом мы начинаем уже заниматься комплексами. Угу. Из какого возраста можно приходить? Начинается, мы начинаем занятия с 4 лет. Но это не тот возраст, в котором обязательно все, к примеру, после 4 уже поздно. Нет, я и сам начал 8 лет заниматься. То есть у меня спортсмены есть, которые занимаются с 10, к примеру, лет, и только сейчас начинают раскрываться там на протяжении 6 лет. Ну, наверное, самый оптимальный возраст – это 6-7 лет. То есть можно и раньше, можно и чуть-чуть позднее, но в любом случае зависит от характера спортсмена и от стремления спортсмена. А стремление, то есть именно те цели, которые преследуют, то есть либо это физическая подготовка, это укрепление духа, укрепление характера, либо он нацелен все-таки на какие-то спортивные достижения, да, результаты? Наверное, каждый ребенок определяет для себя какие-то свои цели, которые, для чего он пришел в ушу. И, наверное, даже сейчас больше играет роль родителей, то есть для чего они привели. То есть многие, к примеру, приводят для того, чтобы просто поддержать свое физическое здоровье. А в итоге получается так, что добивается результатов, поэтому невозможно предугадать. Ушу для взрослых, то есть уже состоявшихся людей, возможно ли как-то приобщиться, принимать участие, заниматься в группах или индивидуально? Ну, на данный момент у нас в федерации сейчас, можно сказать, только популяризируется именно спортивное ушу. Конечно, можно начинать и во взрослый, начинать уже взрослым спортсменом начинать или приобщиться именно взрослым. Ну, после людям. Работы, да, сходить, да. Таким образом, отвлечься, отдохнуть. Он ушу такой достаточно многогранный вид, и у нас есть много направлений, которые можно заниматься именно в возрасте. Людям даже там в 20, 30 и 40, 50, я знаю, начинает. То есть есть такие виды, например, как тайцзицуань, это медленные такие движения. Поэтому ушу этим интересно. То есть можно начинать от 4 и до, там, заканчивая до старости. К сожалению, пока в нашей федерации этого направления нету, так как нету, можно сказать, тренерского состава, но это планируется, и я думаю, что в ближайшее время мы будем заниматься, потому что основа, она идет одна, а нужно познавать, изучать информацию, конечно. И мы уже сможем давать эту информацию жителям города. Да, но федерация еще, насколько я понимаю, довольно молодая структура у вас. Сколько вы существуете? У нас то есть произошла реорганизация, и сейчас буквально, можно сказать, год. То есть, ну, год-два. То есть у нас зарегистрирована федерация там 2 года назад, и вот 2 года существуем. Ну, год-два с молодым, активным, целеустремленным руководителем, мне кажется, можно и горы свернуть будет вам в ближайшее время уже. Ну, конечно, цели и планы стоят большие. Но в связи с тем, что большая загруженность тренерская,
невозможно выполнять это в полном объеме. Если бы сейчас мне дали полностью борозды в руки управления федерацией, конечно, и заниматься только этим, конечно, было бы сделано больше. А занятия для ребят платные или бесплатные? Существуют клубы, которые есть занятия платные, но они также нацелены на спортивную направленность, поэтому есть также и бесплатные занятия. То есть именно у меня есть бесплатные занятия в спортивной школе. То есть если ребенок показывает результаты, да. Его включают уже в программу бесплатную? Да, угу. Так и есть. А как часто проходят тренировки и где тренируются ребята? В основном, если мы говорим про клубы в городе, то они практически разбросаны по всему городу. Бесплатные занятия – это во дворце Нинобор, спортивная школа «Юность». И профессиональные, можно сказать, спортсмены, которые занимаются у меня уже, они занимаются по 3 часа в день, 5 раз в неделю. 2 часа в день, 5 раз в неделю? 3 часа в день, 5 раз в неделю. Mm-hmm. Да, довольно много. Ну, в принципе, как и, наверное, у любого профессионального спорта. Да. Конечно, это, можно сказать, первое определяющее то, для чего, то, как можно достичь результата. Как проходят тренировки? Рассказать именно концепцию? Концепцию, да. То есть в любом случае наверняка она состоит из нескольких частей. Да, это какой-то ОФП, это какие-то, возможно, духовные, вот как раз тренировка духа, о чем вы говорили, и оттачивание техники, насколько я понимаю. Да, в основном, то есть это разминка. В разминке мы всегда включаем, не всегда, иногда уже включаем технические движения, это удары. Также должна быть хорошая физическая подготовка, и поэтому уже, можно сказать, на этапе разминки мы физическую подготовку включаем. И если эту подготовку, то есть это зависит от сезона, то есть от этапа подготовки какой. Это либо там направленность именно на улучшение своих физических качеств, либо это именно подготовка комплексов, с которыми спортсмены выступают. По важный вопрос еще по стоимости вообще ушу как спорта. Расскажите, пожалуйста, у нас уже было много довольно-таки спортсменов различных направлений в этой студии. И, конечно же, важно понимать, поскольку программа направлена в том числе и на развитие спорта, привлечение детей, молодежи, взрослых в спорт, важно понимать, во сколько это все обходится. Да, готовы ли люди себе такое позволить? Вот сколько стоит заниматься ушу? Начинать занятия. В принципе, для этого только нужны чешки, футболка и шорты. То, что не жаль порвать. Да. Но, естественно, чем профессиональный спортсмен, тем, я думаю, что это в любом виде спорта, чем профессиональный спортсмен, тем становится его занятие дороже. Потому что для этого нужны оборудование профессиональное, для этого нужны профессиональные кеды, для этого нужна удобная форма. И, естественно, уже, можно сказать, естественно, нужен профессиональный костюм. То есть и это тоже не... Из Китая, наверное, да? Специально. Да, сейчас мы заказываем из Китая. Слава богу, позволяет уже время, когда уже можно просто заказать, по меркам тебе сшьют. Раньше это было намного все сложнее. Также раньше было намного сложнее с инвентарем, которым мы занимались, мы с чем только раньше не занимались. С подручными материалами даже называется. Да, то есть у нас даже там деревянные мечи там на заводах Кирова где-то делали. Здорово. А сейчас это, то есть, в принципе, заказал, тебе приехало и занимаешься. А насколько примерно обходится занятие на месяц, да, плюс экипировка, скажем так, детей до 10 лет? Мы не берем сюда аренду зала, да, потому что такие уже индивидуальные вещи. Вот именно одежда, да, какие-то, может быть... Я могу, в принципе, рассказать по всему, чем занимается. То есть, к примеру, у каждого спортсмена есть, основное – это два вида оружия. То есть у него три выступления – без оружия, с коротким оружием и с длинным оружием. Короткое оружие в пределах 2000 стоит, палка – в пределах 1000 рублей. То есть также у него должен быть костюм. Костюм варьируется от 4000 до, в принципе, эта сумма может варьироваться 8, 10, 15 тысяч. Понятно, до бесконечности. Да. Самый оптимальный костюм можно за 4000 сшить. И также обязательно определенного образца должны быть кеды. Кеды
пределах 3000. То есть, ну, вот наша сумма получилась... Ну, в пределах, я думаю, что 10 тысяч. Да. Причем да. довольно-таки длительный срок. Да, всего, да. То есть, в принципе, это то, до 10 лет, чем должен обладать спортсмен. Для чего ребята, да, там 5, 6, 7 лет приходят к вам? То есть какую цель они преследуют? Или, точнее сказать, пока их родители преследуют, да, и рассчитывают, что их дети будут этими качествами обладать. Что это за качества такие? Ну, как я сказал, уже ушу, это многогранный вид спорта, и он достаточно хорошо комбинирует все физические качества в себе. У нас хорошо развивается сила, естественно, хорошо развивается гибкость. То есть у нас на первом году уже, на первом году обучения стоит задача посадить детей в шпагат. Также у нас уже даже в первое полугодие проходит экзамен, который мы с нашими тренерами вместе создали, так сказать, взяв элементы гимнастики, взяв физические именно упражнения, направленные на физические качества. И дети, которые занимаются, например, только там, начиная с сентября, они в декабре уже показывают то, чему они научились. И в том числе, ну, практически, не, это не обязательно, но мы уже их садим на шпагат. Мы видели, да, фотографии, опять-таки, у вас в этом фильме были, где ребята, видимо, на летних сборах, на какой-то веранде все сидят в шпагатах. Девчонки, мальчишки, так здорово, прям очень красиво. Да, то есть это, в принципе, это обязательный элемент, без которого дальше, можно сказать, развития не будет у спортсменов-ушуистов. Поэтому, как я сказал, уже ушу много в себе качеств сочетает. Также это и сила, то есть физически они должны быть очень сильно, хорошо развиты. И сила, ловкость, координация, естественно. И владея всеми этими качествами, только тогда спортсмен сможет хорошо выступать на соревнованиях и показывать хорошие комплексы, исполнение хорошего комплекса. Игорь, вот учитывая реалии современного мира, когда человеку, взрослеющему человеку, уже взрослому, нужно обладать очень многими качествами, помимо тех, которые вы назвали, это физическая подготовка, гибкость не только тела, но и ума в некотором случае. Вот меня больше всего сейчас интересует, если честно, вот эти вот дух, взгляд, то есть то, о чем вы говорили в самом начале программы. Насколько ребятам в будущем, как вы считаете, это пригодится? Насколько вам это пригодилось, да, вот эту вот техники ушу вот в вашей жизни? Когда я уже начал такую осознанную тренерскую деятельность, я только, наверное, потом понял о том, что... Ставя задачи в спорте, я научился ставить их в жизни. И достигать. Да, достигать. Что важно для спорта. Бывает такое, что, к примеру, спортсмен, хороший спортсмен, но потом куда-то теряется в жизни и где-то уже ну, не получается у него достигать каких-то результатов в других сферах. Важно понять это, то, что ты всю жизнь это делал, ты всю жизнь достигал и ставил цели, и применить это в другую деятельность. Хоть и сфера деятельности одна, она спортивная, это тренировки, когда ты сам тренируешь когда как спортсмен и как тренер, то есть сфера деятельности одна, но в то же время совсем, в то же время совсем другая. Потому что как тренер ты должен знать много другого, много изучать, много интересоваться. И когда я ставил задачи поставить результат, я почему-то был уверен, что я добьюсь, что у меня будут обязательно хорошие спортсмены на мировом уровне. Тем более у вас был такой прекрасный пример да, я думал, что моего опыта будет достаточно почему-то. Но сейчас понимаю, что не изучая, не интересуясь, не развиваясь самому, это невозможно было на тот период. То есть с багажом знаний спортсмена невозможно воспитать хороших спортсменов. Ну, понятно, что то, что сейчас родители
стремятся дать своим детям. Mm-hmm. Они стремятся, ну, не всегда, конечно же, не понимают, что из ребенка вырастет прекрасный спортсмен. Да. Иногда это вот именно те качества, которые они хотят, чтобы ребенка сопровождали в течение всей его жизни, да, и во взрослом возрасте. Поэтому mm-hmm. я считаю, что УШУ прекрасный вариант, прекрасный способ того, чтобы зарядить, именно дать будущему взрослому человеку именно те навыки, те способности, которые в жизни будут ему помогать, такие, как вы назвали, упорство, mm-hmm. это стойкость, да. это целеустремленность, безусловно, физическая сила, здоровье, да, что сейчас в нашем мире очень важно. Вот поэтому Федерация УШУ, я уверена, что прекрасно с этими задачами будет справляться и воспитывать новые и новые поколения прекрасных ребят. И расскажите, пожалуйста, еще в завершении нашей программы, уже буквально пару минут осталось, о планах Федерации. Да, сейчас так понимаю, что подошел к концу год выступлений, год тренировок. Вот прошли недавно первенство Кировской области по УШУ, насколько я понимаю. Yeah. Как оно прошло, насколько оно пользуется успехом среди зрителей? Вот, потому что это ведь очень яркий и показательный вид спорта. Да, ну, можно сказать, с каждым годом, как бы это ни звучало, с каждым годом у нас растет все большое, больше и большее количество участников. На сегодня, в этом году, у нас уже участвовало около 170 спортсменов. И все из Кировской области? Да, да, то есть город Киров, можно сказать, как бы ни звучало, что это Кировская область, угу. практически занимается... То есть преимущественно занимает, Киров? Да. И это практически только там три, ну, практически четыре тренера, которые занимаются. Поэтому нагрузку тренерскую... Огромная, да. Да, огромная. И поэтому мы надеемся, что и в таких же масштабах, в таком же коэффициенте мы будем расти дальше. Угу. А, естественно, развиваться нужно. А тренеров где будете брать? В принципе, уже на пороге там, 16-17 лет уже воспитаны мои спортсмены. То есть уже в недалеком будущем, я думаю, что ребята уже будут подтягиваться к тренерской деятельности и продолжать наше дело. Угу. Планируете ли развивать УШУ в районах Кировской области? Конечно, это было бы интересно. То есть чем будет география шире, тем это было бы интереснее наблюдать за соревнованиями внутренними нашими в Кировской области. Пока, наверное, не вижу, как это сделать. Ну, пока, наверное, стоит задача именно внутри, чтобы у нас работало все, чтобы и привлекать тренеров именно хотя бы здесь. А потом, на самом деле, было бы интересно развивать эти направления по всей Кировской области. Угу. Ну что, желаю вам успехов. Напомню, что сегодня в студии у нас был Игорь Гулин, мастер УШУ, тренер спортивного УШУ, мастер спорта международного класса и президент Федерации УШУ Кировской области. Игорь, желаю вашей федерации развития, вашим ученикам побед, вам терпения, упорства, да, и пусть все складывается замечательно. Большое спасибо. Да, ждем вас вашими воспитанниками уже. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. С верой в спорт. Деньги, мода, увлечения. Все это проходит. Остается статус. Статус в вашей жизни. То, что вы давно искали. Простор планировок, подземный паркинг и закрытая территория в самом сердце города. Жилой комплекс «Золотой ключ». Квартиры премиум-класса для тех, кто ищет лучшее. 440101. Проектная декларация на сайте новыйдом43.рф. Застройщик ООО «Трансхолдинг».